Меня зовут Андрей Устюжанин. Про вызовы, которые существуют в физике высоких энергий, физике частиц, на примере эксперимента, одного из экспериментов Большого адронного коллайдера, а именно LHCb. Наша группа сотрудничает с ним довольно давно, поэтому во многих проектах, про которые я буду говорить, они относятся к работе, в том числе нашей группы. Но краткое введение, постараюсь совсем компактно, чтобы сэкономить время, рассказать, чтобы было понятно, о чем идет речь, немножко бэкграунда. А именно, работа детектора происходит в режиме анализа результата столкновения двух пучков встречных частиц. Столкновение происходит где-то вот здесь, это общая длина детектора 30 метров, и результаты столкновения в виде вторичных частиц, которые тоже взаимодействуют, как-то друг с другом распадаются, детектируются различными камерами, различными подсистемами, про которые я буду говорить дальше. Физика детектора разнообразна. Она касается и физики, flavor physics, слабого электромагнитного взаимодействия, поиска полулептонных распадов и нарушений лептон flavor. И один из больших вызовов, который сейчас существует перед экспериментом, связан с тем, что, начиная с 2021 года, данные должны будут обрабатываться в гораздо больших объемах, с гораздо большей частотой. То есть те события, которые раньше анализировались, и из них отбиралась только небольшая часть, будут происходить, во-первых, более интенсивно, то есть в каждом пучке протонов будет большее количество частиц, и поэтому при их столкновении результатов, которые будут зафиксированы камерами, будет на порядок больше. И хочется увеличить частоту записи тех событий, которые были детектированы этим экспериментом, тоже достаточно сильно. На следующем слайде я покажу, что это фактор тоже порядка 10. И для того, чтобы справиться с таким увеличением объема данных, при этом не требуя специального дополнительного железа, решено было изменить режим работы эксперимента, режим анализа данных с офлайн на онлайн парадигму. То есть я сейчас показываю то, как происходит обработка данных или происходила обработка данных до 2017 года. Это схема, которая работала с 2015 по 2017 год. И то, как предполагается, что она будет работать после того, как будет запущен детектор в 2021 году. Разница здесь заключается вот в чем. Во-первых, раньше у нас были аппаратные компоненты, которые анализировали выходы с поддетекторов и принимали решения достаточно быстро, но в очень грубом виде, отбрасывая около 10% входящего сигнала. А сейчас предполагается, что все, что выдает детектор, правда, не с частотой 40 МГц, а 30 МГц, будет поступать в программные компоненты, которые реализованы на архитектуре GPU. Ну, сейчас этот вопрос окончательно решается, но с большой вероятностью архитектура, которая была раньше, то есть это аппаратные платы плюс CPU-архитектура, меняется на GPU-архитектуру. И большая часть анализа, которая происходила ранее, после того, как данные были сохранены
И на вот этом этапе отсева оставался только очень небольшой процент, 0,1% всех данных, которые LHCb мог видеть. То сейчас анализ происходит вот здесь, внутри подсистемы онлайн-отбора. И понятно, что это на порядок увеличивает или даже больше увеличивает тот сигнал, который физики могут проанализировать, увидеть и каким-то образом дальше осознать. И количество данных, которые сохраняются, увеличивается, ну, примерно на порядок. То есть если раньше это было порядка гигабайта в секунду, то сейчас будет сохраняться, в RAN-3 будет сохраняться порядка 10 гигабайт в секунду. И в связи с такой сменой архитектуры возникают вопросы, связанные с тем, как именно, какие данные в каком виде необходимо хранить, каким образом необходимо реконструировать события для того, чтобы уменьшить размерность анализируемых данных, каким образом отбирать события для последующих этапов анализа, то есть это система фильтров, каким образом должны собираться калибровочные данные, как калибруются собранные данные про физические распады в соответствии с положением пучков и с параметрами внешней среды, типа температуры, влажности и так далее. Как происходит оценка качества данных и как происходит реализация, как необходимо оформить реализацию на аппаратные ресурсы. Если говорить про реконструкцию событий, Денис вчера затронул эту тему отчасти, то есть мы в процессе реконструкции мы переходим от высокоразмерного представления событий, которые можно характеризовать такими пикселями, цветные пиксели, цвет здесь соответствует разным подсистемам. Перейти от этих пикселей к содержательному описанию событий, в котором присутствует тип частиц, их углы, импульсы, положение и так далее. При том, что общее разрешение всех подетекторов достаточно большое, то есть это порядка 10 мегапикселей, столько информации, как правило, не нужно для того, чтобы понять, что происходило, какие физические процессы происходили на самых ранних этапах. Нас интересует гораздо меньшая размерность. И вот эту реконструкцию можно рассматривать как этап сжатия размерности. Но это нельзя сделать, ну, или, по крайней мере, сейчас нет работающих моделей, которые делали бы это в автоматическом режиме. То есть каждый из поддетекторов анализируется отдельно, учитывая его физику и учитывая те параметры точности, чувствительности, которые были заложены при его построении. Основных поддетекторов 4. Черенков детектор, калориметр и идентификация мюонов. И про каждый из них, при анализе данных каждого из этих поддетекторов используются так или иначе какие-то алгоритмы машинного обучения. Например, для анализа трекера, данных с трекера, задача выглядит примерно следующим образом. По имеющимся точкам нам необходимо восстановить траектории частиц, которые пролетели, оставив эти точки как следы, и сделать это с минимальной ошибкой. Проблема, с которой сталкиваются физики, в том, что вершин, из которых начинаются такие столкновения, может быть, больше одной, и следов, которые остаются после взаимодействия этих частиц, довольно много. То есть необходимо учитывать
эту множественность, которая иногда называется pileup. Здесь я привел ссылку на воркшоп, который проходил летом прошлого года по результатам конкурса, который мы организовывали на площадке Kaggle для того, чтобы сравнить различные методы трекинга на абстрактном детекторе. То есть мы генерировали датасет с такими взаимодействиями, оставив только следы, предложив участникам разработать методы, которые эффективно выделяют траектории отдельных частиц. Они не выглядят, то есть это процесс, который развивается во времени, но мы видим это как снимок, который получен, то есть он не меняется. Это снимок на определенный момент времени, в котором мы видим следы, оставленные частицами, пролетевшие через различные подсистемы. Но нет никакой там, не знаю, причинной связи. Ну, в смысле, непонятно, в каком направлении она летела. Да? То есть что известно? Вот, Потому что процесс происходит очень быстро, то есть частицы летят почти со скоростью света, очень близко к скорости света. А временное разрешение этого детектора, ну, оно там 40 мегагерц. След в среде, и в этом смысле за самой частицей напрямое наблюдение нет. Да, да. То есть мы знаем, что существует не очень большое количество частиц, которые долетают до этих детекторов, то есть их там может быть 5 штук, и вот мы в этом челлендже мы не делали, нет, здесь были разные типы детекторов, то есть, например, мы знаем, что мюоны, только мюоны долетают до мюонных камер, все остальные распадаются или при взаимодействии с калориметром они не пролетают очень, гораздо дальше. То есть это вот схема того, как происходит взаимодействие разных типов частиц, да, и каждый тип частицы имеет определенную характеристику в каждом из поддетекторов. Здесь вот эти следы показаны в виде таких ломаных линий, но на самом деле это точки или пиксели, которые зажглись после того, как частица оставила какую-то энергию в данной подсистеме. И челлендж в чем заключается? В том, чтобы по вот картинке, в которой довольно много частиц оставили такие следы, разобраться, какая частица какие следы оставила. То есть какие следы какому треку принадлежат. То есть мы должны зафитировать N кривых линий в картинку из какого-то количества треков, там какого-то количества следов, хитов. Я все-таки не очень понимаю. Каждый след — это одна частица? Каждый след в каждом поддетекторе. Каждый след — это пересечение трека частиц с чувствительностью в области детектора. Правильно, но каждый трек — это и есть частица. Да. Нет, мы видим вот такую картинку, то есть там просто точки, которые как-то... То есть нету траектории, а есть точки, нужно их соединить в траектории. Нужно их соединить в траектории. Понятно. А плотность этих точек, насколько... Ну, вот здесь... Насколько действительно... Ну, если они далеко друг от друга, то, наверное, это легко. Да, если они начинают перекрываться, то возникает проблема. Вот насколько... Есть разные режимы? Да, все верно. То есть вот здесь показан некий экстремальный пример события, в котором очень много пересекающихся треков. В этом челлендже, по-моему, у нас около 10 тысяч хитов на каждое событие было. 100 тысяч хитов. То есть 100 тысяч точек и 10 тысяч траекторий частиц. Ну, да.
То есть в нем участвовало, ну, там около 600 команд, и дата-сайентисты, ну, первое место занял физик. То есть просто... В чем был ground truth? То есть вот где, то есть вы знали, какие правильные? Да, мы их сгенерировали. А, то есть это синтетическая модификация? Да. Но она была смоделирована достаточно близко там, к той физике, которая происходит, происходила бы. Это был не настоящий детектор, это был специально сконструированный детектор. Но все законы физики, которые мы знаем, они учитывались при такой симуляции. И траектории всегда прямые или нет? Нет, там действует магнитное поле, которое искривляет траекторию заряженных частиц. А вы говорили, какую-то информацию про физику у вас есть? То есть что это за... Ну вот один из лайфхаков, который сделал физик, он построил карту этого магнитного поля по очевидным траекториям частиц. То есть было известно, что существенное электромагнитное поле, да? Что да. Заряженные частицы, там они да. с каким-то зарядом, да? То есть это нужно... Нет, информацию о заряде мы не знали. Ну, понятно, что кривизна траектории зависит от заряда и от импульса. И можно оценить там, каким-то образом, зная траектории там, частиц, как напряженность электромагнитного поля, магнитного поля, меняется в каждой точке. То есть это электромагнитное поле, оно заморожено, когда они летят? Да. Но при этом оно неоднородное? Оно неоднородное, существует какое-то изменение. То есть, конечно, обычно прикладываются определенные инженерные усилия для того, чтобы оно было более-менее однородным, но оно неоднородно. А частицы, они взаимодействуют? Ну, то, что вы видите, видно в этом проявление взаимодействия или нет? Они друг с другом не взаимодействуют, то есть может происходить распад частицы, то есть пролетело какое-то небольшое расстояние одна и распалась на какие-то частицы. Это тоже была часть вашего челленджа? Да. Нет, нам не надо было, то есть в этом челлендже не надо было определить, что, какой распад произошел, но это следующий этап реконструкции событий. То есть когда видят, что два трека сходятся не в точку, где пересекаются наши протоны, значит, здесь была частица, и такую информацию, конечно, используют для поиска долгоживущих частиц. Для LHCb это основной источник сигнала, потому что там анализируются вот такие долгоживущие, ну, какое-то время живущие частицы. Нет, я имею в виду, они не перекрываются. То есть если уж вы научились синтетизировать траекторию, то разделение траектории, в смысле, распад частиц легко. Ну, это тоже некая вероятностная характеристика, потому что там есть какие-то доверительные интервалы, то есть и может происходить такой комбинаторный шум, то есть просто может две траектории двух несвязанных частиц пролететь... распасться рядом друг с другом, и тогда... Да, и тогда можно перепутать. И это часто случается. Такое случается. Это один из источников шума, с которым приходится бороться при анализе данных на последующих этапах. Комбинаторный шум не интересует. Так, давайте двинемся дальше. То есть трекинг — это вот один из таких этапов, важных этапов понимания, что происходило, какая физика происходила. Но дальше, после понимания того, каким типом частиц, какие траектории мы видим, нам нужно понять, какому типу частиц какая траектория принадлежит. В том числе данным, полученным из разных поддетекторов. Один из них — это Черенковский кольцевой детектор, при прохождении через который частица оставляет конус света, и на чувствительной матрице он выглядит как круг. То есть появление
шаблона, появление паттерна круга в данных Черенковского детектора говорит о том, какая частица пролетела. И по радиусу этого круга можно определить, определить характеристику некоторых типов частиц, которые пролетают через этот детектор. И обычно анализ данных происходит за счет поиска шаблона, похожего на круг или там, на какую-то эллиптическую форму в этих данных. Ну, там не перебор, а чуть более интеллектуальный подход. И это то, как происходило до недавнего времени. Один из проектов, который сейчас ведется в рамках CERN Open Lab совместно с LHCb, это использование сверточных сетей или ну, каких-то глубинных нейронных сетей для того, чтобы определять формы этих эллипсов автоматически, без использования перебора. А вот то, что сейчас вы показываете, там ну, как бы смесь вот таких окружающих? Да, здесь у нас из-за того, что много частиц пролетело через Черенковский детектор, они оставили много следов, они накладываются друг на друга, и получается такая вот каша, в которой нужно попытаться найти, вот здесь красным показаны, это симулированные данные, но тем не менее, симулированные данные вместе с шумом, и в них красным показаны центры, соответствующие частицам, которые реально пролетели через вот этот объем. Почему так много синих и так мало красных? Ну, из-за того, что есть шум и какой-то из-за того, что, ну да, вот здесь, наверное, тоже должна быть, наверное, здесь не показаны определенные типы частиц. То есть на глаз вот видно, что здесь, вот здесь и здесь могут быть другие частицы, которые пролетели. Но я думаю, что на этой картинке показаны просто не все. Но количество частиц порядка сотни, которые пролетают через такой детектор. Поэтому такой уровень загрузки, он вполне реалистичен. Но есть какая-то физическая модель или вот такая совсем физическая модель, которая позволяет восстановить по частичкам изображение Черенковского детектора? Или это просто... Как происходит симуляция, да, то есть симулируется движение частицы через там, определенную среду, симулируются черенковские фотоны, которые генерируют эта частица, и там, попадание этих фотонов на чувствительный элемент, который потом с какой-то частотой, то есть там есть свои пиксели, которые разгораются после того, как поток частиц прошел через этот объем. То есть, то есть мало того, что здесь нужно найти след оставленной частицы, нужно понять, какой частице он соответствует, какому типу частицы он соответствует. И он зависит, то есть здесь есть радиус, который зависит и от типа частицы, и от импульса. То есть при определенных импульсах, при низких импульсах эти круги довольно слабо похожи друг на друга, их можно на глаз отличить, но при больших импульсах они начинают перекрываться, и этот детектор уже несет там столько полезной информации, сколько можно было бы вытащить, если бы импульсы были меньше. Это вот обратная задача, которую вчера упоминали, это вот она. Да. Ну, в том числе... Картинкам восстановить исходные красные частицы. Да. Это один из... типов обратной задачи. Есть еще один тип обратной задачи. Вот он начинается со слов о том, что детектор нам как бы не дан в каком-то таком... Не дан свыше. Да, мы сами определяем геометрию и чувствительные элементы разных подсистем. И я буду про это говорить, наверное, парой слайдов позже, но в частности, колориметр — это не просто матрица
фоточувствительных элементов. Он разбит на определенные зоны, и эти зоны отличаются гранулярностью пикселей. И обычные сверточные сети, если мы хотим определять тип частиц или какие-то характеристики частицы, пролетающие через такой колориметр, обычные сверточные сети не работают из коробки, потому что необходимо учитывать то, что гранулярность в определенных элементах, в определенных зонах может быть различна. И сейчас коллеги из OpenLab пробуют использовать графические нейронные сети для того, чтобы представить взаимодействие частиц или кластеров как некую некий связанный граф, и таким образом более эффективно работать с разреженными данными, которые получаются на выходе этого колориметра. Сейчас вот немножко можно объяснить? То есть есть вот этот грид, но не все, не во всех точках. Да, вот это грид примерно там, 10 на 10 или 5 на 5. Да, и есть центральная часть, здесь совсем в центре проходит труба, ну или пучок протонов, поэтому здесь никаких чувствительных элементов нет, это соответствует вот этому черному квадратику. Есть внутренняя зона с более высокой плотностью пикселей, ну или там, с пикселями меньшего размера, и есть крайние зоны, где размер пикселя в три раза больше, чем внутренняя, есть промежуточная зона. То есть вот здесь показан размер этих ячеек 40 мм, 60 и 121. То есть, Если, наверное, нужно еще будет показать картинку про то, как выглядит выход этого колориметра, но это просто... она будет чуть позже. То есть вот есть решетка, это где-то там чего-то детектируется, да? В каждой ячейке есть какой-то сигнал или нет? И вот таких... Чаще нету, чем есть. Где что было, да. И из этих следов понять, какие частицы, тоже определить тип частицы. То есть у одних адронов следы отличаются от следов других адронов. После того, как данные прошли реконструкцию, то есть мы знаем о том, какие траектории, как друг с другом связываются и каким типом частиц они соответствуют, мы должны проверить гипотезу о наличии определенных физических процессов, которые происходят в этом событии, то есть распад определенных типов частиц или какие-то характеристики определенных типов частиц. И для этого запускается довольно большое количество фильтров, или как они называются, selections, отбирающих события, подходящих под определенные критерии, геометрические критерии, и накапливается статистика о том, сколько событий определенного вида прошло те или иные фильтры. То есть и задачи, с которыми сталкиваются физики, здесь больше инфраструктурные, но так или иначе они привязаны к задачам машинного обучения. То есть если написан один из фильтров, там, один из тысячи фильтров, каким образом можно понять, что он, для чего он предназначен? Как можно проверить, что он делает то, для чего он предназначен? То есть какая-то должна быть тестовая выборка, которая позволяет прогнать каждый из этих фильтров, проанализировать результаты этого прогона и убедиться, что каждый из этих алгоритмов выполняет то, что должен.
авторы этих алгоритмов не всегда доступны. То есть физики иногда уходят из физики в академию, и понять, что должна была делать определенная селекция, определенный фильтр, не всегда можно с помощью e-mail. То есть должны быть какие-то фреймворки, которые обеспечивают такую interpretability. Сейчас, я что-то не очень понимаю, как это все работает, какая бизнес-модель. То есть эти фильтры производятся, я не знаю, там, разными... Ну, людьми, группами, да. И они там приведены в центр, в ЦЕРН, и... То есть есть, конечно, ну, некие физические группы, которые отвечают за анализ определенного типа взаимодействия, например, биофизики, да, или редкие распады. И они координируют те фильтры, которые участники этой группы добавляют в общий стек. Дальше, после того, как это каждый из фильтров прошел определенный там, тест, qualification, они запускаются там, определенным способом на потоке данных, которые выдает эксперимент, выдает детектор. И считают количество событий, которые, и характеристики этих событий, которые прошли эти фильтры. На основании прохождения фильтров делается вывод о том, какая физика была в том или ином событии. И о количестве, вот эти, на основании этих количественных характеристик делается вывод о том... Но фильтры эти не одноразовые, то есть это или как? Или они запускаются на каждое событие. То есть записали и все, и вот он записан, да? То есть смена фильтров... Хардвер уже не используется, потом, или используется? Запись фильтров не происходит, нельзя его там, в любой момент времени изменить. То есть это некий... процесс, наверное, он будет происходить через с какой-то периодичностью, ну там раз в полгода, раз в месяц можно будет эти фильтры менять. Но логика такая, что необходимо, чтобы эти фильтры были достаточно устойчивы к большой нагрузке, к большому потоку данных и интерпретируемы для того, чтобы можно было разобраться, какую физику или на какие свойства события они реагируют. Ну сейчас, ну вот фильтр вот там за полгода или с какое-то время он стоит, есть там идет эксперимент долгий, и вот все, то есть нет временного разрешения. То есть каждый фильтр связан с определенными счетчиками характеристик событий, прошедших через этот фильтр. То есть записывается то, что проходит через этот фильтр в реальном времени, это временной сигнал, и он записывается. Да. Ну, он не записывается, он сохраняется внутри этой системы, то есть он, события, прошедшие фильтр, записываются дальше, но не для обработки, а просто для того, чтобы понять, что это событие прошло вот этот фильтр. Но временной... здесь нету... характеристик временного ряда, потому что соседние события не связаны друг с другом. То есть здесь это не time-series в таком классическом виде, то есть это такой... Нет, я просто хочу понять, на этом фильтре, вот после того, как там через него что-то пролетело, осталась эта информация, или он там, неважно, что пролетело? Извините, это вообще так выглядит. Когда утверждается измерение, интерпретатор говорит, мы хотим померить то-то. Лучше называть это триггером, не фильтром. И этот триггер утверждается. Например, я хочу померить там ионы с импульсом меньше такого-то или еще чего-нибудь. Что это измерение утверждается, и этот триггер ставится, значит, есть система, которая меряет импульс, соответственно. Вот она, кстати, не весь поток, конечно, а только часть потока можно записать вообще в цель. Вот. И эти события просто отбираются. Утвержденные триггеры пока не... То есть это не механическая вещь, это вообще не связано с перестройкой детекторов или чего бы то ни было. Это на массиве данных об импульсах, ну то есть из магнитных этих
этих самых, из первого слоя и из калориметров, вот эти данные, которые идут, на них есть условия. И они утверждаются коллаборацией. Есть формальная процедура. Ну и мне кажется, вот то, что рассказывается, ничем от этого не отличается, только подразумевается, что здесь другая, здесь немножко отличается стат обработки. То есть фильтр – это некий алгоритм, который применяется каким-то физическим наблюдением, и хардвер не имеет отношения к слову фильтр? Да, не имеет. Нет, это, я говорю, лучше использовать слово триггер. Это на потоке данных, это числа, ну, вектора просто. Ну, в LHCb это чуть больше, чем триггер, это stripping line, который отбирает события уже с более высокоуровневыми физическими характеристиками. Ну, это тоже триггер, просто не скалу. Ну, окей, да. Просто фильтр такой общий. Это же есть и во всех остальных, как, например, в ядрах отбираются по центральности часто, чтобы не было слишком. Да. То есть это просто некие инфраструктурные задачи, которые сейчас стоят перед коллаборацией, и ну, они будут решены, но, в общем, пока над ними идет работа. Так как весь стек анализа написан на языке типа C++ или его аналоги для CUDA, то одна из задач связана с тем, каким образом фреймворки машинного обучения или алгоритмы, написанные на этих фреймворках, можно будет закидывать в стек этих триггеров или фильтров. Так. Здесь я в заключении раздела про real-time анализ просто привел список таких общих вызовов, с которыми коллаборация сталкивается. И один из них связан с тем, чтобы научиться строить модели, которые принимали во внимание низкоуровневые характеристики событий из разных подсистем. То есть так называемый holistic event information. Но пока я так понимаю, что это на уровне wishful thinking, то есть какого-то развития или практической реализации в этом направлении пока нет. С анализом событий очень тесно связана тема симуляции событий. Для того, чтобы понять, какие статистические характеристики мы видим на событиях определенного типа, мы должны для себя представить достаточно хорошо, как они будут выглядеть в реальности. И это происходит с помощью симуляторов, которые честно воспроизводят физические процессы, происходящие при пролете частицы сквозь различные поддетекторы. И это занимает довольно много времени. Существуют разные лайфхаки, которые позволяют это время сэкономить. Здесь я привел несколько примеров таких лайфхаков. А здесь график того, насколько вычислительные возможности эксперимента соответствуют объемам данных, которые ожидается увидеть в последующие 3 года. И видно, что здесь разница достаточно большая. Это логарифмическая шкала, то есть разница на порядок того, что бы хотелось, от того, что коллаборация может получить. И видно, что без вот этих лайфхаков, которые называются fast simulation, получить такой же объем, необходимый объем симуляционных данных невозможно. И одно из направлений для ускорения симуляции связано с использованием генеративных моделей. Денис рассказывал вчера о них подробно, я, наверное, не буду на этом останавливаться слишком подробно, потому что у нас времени осталось на мой рассказ. Просто, может быть, на паре слайдов я сконцентрирую внимание, а именно
один из способов замены дорогостоящей симуляции выглядит вот так. То есть мы симулируем поведение частицы, которая описывается определенными уравнениями, определенными процессами на платформе симуляции GAN 4. Заменяем эту симуляцию на генеративную модель. Да, и дальше мы повторяем те же самые шаги, которые бы повторяли, если бы могли, ну, повторяем после получения сырых данных на выходе джианта. А есть еще один способ, Денис про него тоже говорил. Мы заменяем и шаг цифровизации, и шаг реконструкции нейронной сети. То есть мы построим генеративную модель, которая заменяет не только симуляцию, но и последующие шаги. Таким образом, сокращаем объем необходимых вычислений и получаем возможность учиться на сырых данных. То есть мы... Это пример слайда первого типа обучения генеративной модели первого типа, которая оставляет довольно много вопросов. Я про них повторю после того, как вот, мы посмотрим на второй тип симуляции, когда мы заменяем и цифровизацию, и реконструкцию на поведение такой генеративной модели. И видно, что качество такой симуляции достаточно высокое, если судить по разнице рокауков между сгенерированными и сгенерированной нейросетью сигналами и сгенерированными с помощью симулятора и честной процедуры. То есть они очень близки друг к другу. Здесь пример для одного типа частиц. Основной вопрос, как можно оценить качество, которое мы получаем после такой быстрой симуляции. Насколько статистическая и систематическая погрешность такой симуляции отличается от статистической и систематической погрешности, полученной с помощью джианта, с помощью честного симулятора. И кажется, что ответ на этот вопрос может быть дан только после того, как мы сможем сравнить качество анализов, которые мы делаем на одном типе симуляции и на другом типе симуляции. То есть насколько эффективность или точность оценки физической характеристики меняется при замене одной симуляции на другую. Но это тоже сейчас некий work in progress, в котором мы принимаем участие. Можете его инвертировать как-то и получать по конечному наблюдаемому? Да, сейчас, секундочку. Здесь у нас не конечно наблюдаемые, здесь у нас PID, ну, типа частиц, которые мы пытаемся определить. То есть на входе у нас сейчас здесь характеристики частицы и количество треков в событии, да? На выходе мы определяем 5 PID. И смысл этого гана в том, что мы можем заменить, то есть он работает еще быстрее, для обучения нужно меньше данных, потому что размерность его меньше. И третье, мы можем обучать его на реальных данных. То есть как в случае вот с этим примером мы использовали calibration channel с сигналом, выделенным с помощью S-плота. Так, еще важный аспект, которым применяются машинное обучение, это оптимизация дизайна эксперимента. То есть мы ожидаем, что через несколько лет условия работы детектора сильно поменяются, и существующие системы уже не справятся с потоком данных. Чувствительность их не будет позволять видеть нужную физику, нужные сигналы. И
оптимизация, или общий цикл оптимизации, вообще говоря, довольно сложный. То есть мы генерируем некие сигнальные и бэкграундные сэмпл, мы оцениваем то, как эти данные, эти частицы пролетают через калориметр, мы оцениваем некие оцифрованные выходы этого калориметра, мы запускаем некие процедуры реконструкции для того, чтобы понять, как эти сигналы видят наши линии селекции, каким образом мы сможем восстановить какую физику в этих сигналах, оцениваем качество этой реконструкции, сравниваем с тем, что мы закладывали изначально, и используем некую процедуру оптимизации, которая включает в себя параметры, настройку параметров калориметра, настройку параметров технологии работы калориметра, алгоритмов реконструкции. То есть это достаточно высокая размерность для существующих методов оптимизации, в которых нельзя использовать градиентные методы. То есть для того, чтобы посчитать то, насколько разрешающая способность калориметра влияет на точность реконструкции, мы должны прогнать весь цикл с новым размером ячейки или с новым разрешением. И это занимает огромное время. Ну, огромное — это порядка дня на достаточно большом кластере. И за счет того, что размерность такой задачи довольно большая, то есть это сотни, я бы сказал, параметров, на которые мы можем влиять, поиск не сходится быстро, и он не работает так хорошо, как хотелось бы. И один из способов упрощения поиска в такой многомерной задаче. Ну, то есть мы отталкиваемся от state of the art, которым является байесовская оптимизация, используем лайфхаки. Прошу прощения, лайфхаки, связанные с тем, что можно симулировать не весь набор сигнальных бэкграундных сэмплов, можно брать только небольшую часть. Да, это немножко ускоряет процедуру, и мы можем грубо нащупать какие-то зоны правильной чувствительности в нашем пространстве конфигурации. Плюс один из подходов, которые мы сейчас используем, это построение генеративных моделей, которые аппроксимируют весь цикл сбора и анализа данных, и оцениваем плотность вероятности для того, чтобы оценить градиент по значению параметра конфигурации и определить то направление, в котором имеет смысл менять значение текущих параметров. Ну, это тоже такой work in progress, и это еще одна обратная задача, достаточно плохо формализованная, для которой предстоит найти хорошее решение. Так, здесь еще несколько вызовов, про которые я не буду говорить подробно, потому что не хватает времени. Упомяну, наверное, один из них. Обучение на данных, в которых присутствует шум, в которых метки, сигнал и фон расставлены с определенными ошибками. То есть у нас corrupted datasets, то есть у нас есть вероятность, с определенной вероятностью метки, сигнал и фон расставлены неверно. И метод, который предложили ребята из нашей лаборатории, основан на использовании технологии
S-Weights. Ну и подробности есть в статье и в репозитории, который указан в этой статье. Вот, это, наверное, все, что я хотел упомянуть. Следующим ране, то есть, который начнется через пару лет, в LHCb достаточно амбициозные задачи, связанные с физикой, которые нужно, до которых нужно найти с помощью инфраструктуры и с помощью технических решений, в которых машинное обучение играет достаточно существенную роль. И у коллаборации есть достаточно неплохой ресурс, неплохой задел для того, чтобы это сделать. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, буду рад на них ответить.